Итак, грубейшая ошибка, друзья мои, когда торчат корни. Ученые ставили опыт. Откопали и выставили наружу на мороз корни. Ну, вот это, ближе к штамму. И деревья выжили и стали морозостойчивы. Вы видите, как происходит? Вот дерево, да, вот оно. Оно уже практически погибло, вот которое слева. А справа росток пошел ниже. Вот любое прикрытие, любое, вот это можно назвать мульчированием. Но здесь, может, и не мульчировали, здесь просто травой заросло, а по травой сыро. Уже давно все высохло после дождя, а сыро все тут. А обязательно скажут, что это грибковое заболевание. А обязательно, все гнилое, тут прекратилось кровоснабжение. Вот это прививка. Видите? А под прививкой нет, не сенец. Константин, что он у меня не растет? А как он расти-то будет? Вы когда, я объясняю, покупали, вы думали о чем? Ну, вы согласны, что вот это ненормально? Это место было под землей, ну, 99,9, что я не ошибся. Когда я говорю, это не сеется, я имею в виду, что это уже потенциальный покойник. Лучная копулировка видно? Ведь умудряется, не спрашиваю. Раз. Второе. Пятнышко видели? Да, когда выкопали, земля осела. Осела, вот эта часть должна быть под землей. Вот, на той пятнышко. А попробуй, вот не было пива, как бы кто посадил. В половине случаев по прививку, еще в части случаев выше прививки. Я сам слышал на рынке, когда человек покупает саженцу, продавца, который вообще ни мочи не знает. Да, вот по прививке, а еще лучше, выше, дадут эти корни дополнительные. Да, дадут, яблоня выдержит. Но вот это вот все сгниет 100%. И саженец начнется вот отсюда, запоминайте. Это подлый предательский совет. Один из тех, которые сады уничтожили в России. Посадили по пятнышко. Все! Саженец обеспечит длинную жизнь. Улучшенная копулировка. Чтобы не было ран. Рана есть, но она по размерам несколько раз всегда меньше, чем та рана. Но без ран вообще не бывает. Посадка прямо в коробке. Мое одно из первых ноу-хау, пока не было горшков. И все равно знаем, поставили с ком землю коробку, знаем, будем вынимать с коробки, все равно сейчас земля сыпется. А надо каждую песчинку беречь. Пятого или, может, в другом случае материалось, когда учат отряхнуть землю, да корни помыть перед посадкой. Садили ранее весь сад с агрономами, со всеми. Чтоб те агрономы понимали, там, где были ямки поглубже, там они через несколько лет погибли. Вот через несколько лет. Там, где ямки поглубже, потому что там одна плесень сгнила. А где поленились ямки большие выкопать, там до сих пор живы. Вот там, где ямки не было, вот, пожалуйста. Вот так они разделились, вот этот сад. Часть мертвой, часть полуживой, но задичание, несмотря на урожай, полнейшее. Поняли, что человеку продали? Вот оно заглубление. А вот это тень, полдня тень, сыра. Результат на лицо. Вначале надо было вот это показать. Красиво? Ну, замечательно все равно. Ну. А ведь его не предшественник, а корень тот же. Он же от чего погиб? А какая судьба ждет этот? Я для чего вот эту тяпку положил? Чтобы объяснить, что если уж такое случилось, видите, уже явно, что он уже сгнил, дал отводок, отводок этот гниет. Вот посадка по железу. Экономлю время, вы уже поняли, посадка на гряды, посадка по железу, посадка по железу. Почти по железу, уже немножко побыстрее. Посадка почти по железу. Но это все же что? Это же мое. То есть я хочу сказать, что посмотрите, какие дружные сходы на всех этих фото. Все эти фото говорят о том, что ничего особенного, люди все сделали правильно. Ой, не-не-не-не-не, перехвалил. Перехвалил. Эх, сознавайтесь, друзья, кто-то из вас. Это чтобы раз навсегда разделить. Хотите иметь питомник, значит... Сразу берите в эту самую большую высоту. Вот, теперь, значит, ой, здесь плохо видно. Пересадка месячных, то есть почки проклюнулись. Пересадите в виду. Вот это вот тоже можно назвать мульчированием. Это человек где-то прочитал, что камни натягивают, сохраняют тепло в одном случае, натягивают влагу в другом. Вот, ну, естественно, корневая шейка закрыта. В результате, наверное, он, скорее всего, погибнет. Вот, читать-то хорошо, но... Все подряд, все советы выполнять я бы не стал. Тем более трудоемкая работа. Это совет смертельный. Это тоже мои саженцы. Зачем я так и не добился от автора вот этого вот, как я это называю, блиндаж, автора блиндажа. Зачем он нужен? Видите, там все в тени находится.
То же самое. Изощряются как только могут. А на дерево уже, видите, вон они, кстати, не замазаны. А дерево начало отсыхать, ветки уже отсыхают, а причину до сих пор никто не знает, даже не замазывают. То есть это все на низком уровне, на самом. Вот. То же самое. Раскопал я траву, вот она плесень. Вот эту фотографию мне прислали. Все, что посадили, гниет. Естественно, что актуальность посадки на холмы особенно для таких районов. Но дело в том, что в настоящий момент, если взять в этой Самарской области, где вот это вот чавканье вот это вокруг деревьев, да, вон дерево гибнет. Это прислала мне женщина, которую я точно вспомнил. Кстати, 22 декабря, не обманул. Вот так простоял весь декабрь. Вот. Так вот, на 1000 садов или на 1000 деревьев, я уверен, что, ну, кроме одного человека, это несколько деревьев. Все вот так вот чавкают, то есть сидят в этих. Для кого? Для них, поверьте. Ну, то же самое. Дичайший этот, вот так шланг пробрасывают, дырки ковыряют и давай убивать деревья. Вот. Ненавидят деревья постоянную сырость. Пусть там даже тоненькая струечка. Рубил насос на часы. Какой там стократный этот перелив? Вот. Губят деревья, ставят. И вот шланг. И не уберет, Константин, что он погиб. Уберет и шланг. Сейчас специально оборудовано. Да какое сложное для капельного полива придумано. Не догадываюсь, что это очередной прием по отнятию денег и по уничтожению садов. Как ни странно это звучит, железо против капельного полива. Тоже, что толку холм, когда, видите, в центре холма нету. Вот. Тоже. Мульчирование тоже. Я говорю, ну научил уже на холмы. Это по кольцу рассадили. В принципе, мне нравится. Вот это посадили как в начале. То есть очень легко потом доставать, используя промежуточный вариант. Ведра ставятся в мешки. Вот это мне не нравится. Это так называемая теплица. Это мне не нравится. Если не убрать это, резину эту, значит начнет гнить корневые шейки. Вот. Это нравится тем, что, ну, человека не было земли, значит нашел все-таки возможность. Нашел. Посадка саженца. Очень плохо. Особенно если это все растет на природе. И вот здесь будет то вода стоять, то что. Надо полностью наполнять ведра до самой верхушки. До самой верхушки. Садить. Ну нельзя же дальше убивать деревья. Вот тоже. Вот тоже. Может быть даже фотографии на неприсутствующих. Чудо, это волшебница. А вот такие выросли мои абрикосы у нее. Густо. Вот она или кто-то задал вопрос, а как теперь их выкапывать? По одному нельзя. Оставляете, вот видите, самый мощный. Остальные сразу пачками там, сколько лопата берет, 3-5, тогда корни целее будут. А если уж по одному, а между ними лопату ставишь, корни рубишь, сразу несколько, вокруг ройте целую канаву, поняли, да? Теперь, о, красота какая. Вот. И эта красота. Мне нравится, потому что мальчик. Мне нравится, потому что у нее на лице написано любовь, забота к деревьям. Вот. Холмы. Гряда. Крутовато. Замерз. Послушают моего совета. Значит, сгладят. Помните, как Сергей Валерьевич перегноем сглаживал крутоватые холмики? Вот это мне понравилось, да? В конечном счете должен остаться один. Но человек, который это делал, он думал, как? А может, один-то их зайдет? Он делал запас. Ну, а теперь остальные отсадят, раздаст. Может быть, я бы этот оставил, потому что это, ему точно уже не повредятся корни. Скажем, на постоянное место. Вот это вот снимок присланный. Видите, что обрезано, как я учу. Это важнейший момент. Опять хорошая обрезка. И вот этот снимок, да, действительно, я его использовал уже не меньше 3 раз. Знаете почему? Я назвал его «Борьба нового со старым». Старое – это вот эти красивые галыши. Это проваленная, получается, ямка и борьба. То есть люди уже садили по железу, но от этого отказаться уже не смогли. Красиво, губительно, но красиво. Вот. Вот это важнейший момент, где резать. Саженец был полутораметровый, саженец был с рынка. Мне его подарил местный авторитет. Я его вроде бы, уж на что я, и то ошибся. Я его обрезал больше половины, а время было примерно 25 мая. И жара стояла. Вот. И вылезла только самая нижняя часть. Это говорит о том, что даже когда я говорю отрезайте половину, даже я могу ошибиться.
Вот это важнейшее для новичков. Яркое доказательство. Потому что прошло время, как видите, так тут и не очнулось ничего. Вот здесь внутри пересаженный саженец уже все гниет. Вот это мне не нравится. Густые посадки, как потом рассаживать? Рассаживать, вот это момент важнючий. А здесь один раз, вот так же, как тот случай рассказывал, такой же случай был, когда даже зашли густо-густо посаженные абрикосы, их пересадили не годовалыми, не осенними, а этой же весной, вот примерно в таком состоянии. Вот это я запомнил, все погибли. Я-то догадался, почему. Выкапывали-то, может быть, и нормально были, а садили уже на новом месте, как не попадя. Попробуй тут отметку сделай, где корневая шейка. И загубили все, пересадили, оно все померло. Такой же точно случай, не годится это. Вот этот мне нравится, почему? Да, взошло мало, может еще несколько взойдет, они же не в один день всходят. Вот, то, по крайней мере, взошли. Даже вот это может стать успехом. Вот. Вот человек попытался от всех этих превратностей судьбы, от климатических, от зубов, от клювов спасти его таким путем. Вот это вот тоже наш бич, наша беда. Проращивает, когда они проклюнутся, садят их в коробки или в горшки и на подоконник. Растят март-апрель, и потом после высадки все это дружно гибнет. Здесь посадка промежуточная, то есть сперва в эти торфяные горшочки, а потом уже высадка на место. То есть получается промежуток, но хороший промежуток. Это то же самое. Значит, здесь момент такой, я бы не догадался, когда обязательно нужно садить под бутылки, обязательно. И тогда мы выгадываем целый месяц вегетативного периода, не меньше месяца. Но как обычно возвращается зима или похолодание, они падают от ветра, и вот человек хорошенько подвязал, я вам это показываю. Это тоже моя ученица, все у нее в результате получилось. Вот смотрите. Есть более углубленная тема. Например, мне все время приходится на среднего арифметического человека. Если они у меня приобретут семена, и потом они их погубят, вот ради этого я и стараюсь. А. Живучесть какая. А это вот тоже фотографии из Индии. Один из моих семинаристов, он побывал в одном из южных ботанических садов, и побывал в Индии, вот это Индия. И точно так же говорит, все гробят. Вот отсюда и значение, надо ли это кому-то. Вот видите, та же ямка, замучирована. То же самое. Вот, та же везде. Вот это я для чего снимок. Видите, какой он, когда огромное дерево, оно само себе делает холм. Прямо посреди ручья. Почему не вымокли корни? Почему деревья живы? Правда, чувствуют себя неважно. Но живы. Получается, что я помогал разрабатывать участок. Колодец копали так, метр выкопали, дальше нельзя было, потому что полметра воды и полметра всего суши. Вишни выросли, да какие огромные. Мотайте навоз. Корневые отводки, да, у них нет центрального корня. Это часть дерева, это ноги, это и не саженец вовсе. А из сеянцева. В одном случае нельзя садить, в другом случае наоборот садить надо. Видите как? Вот такие места для отводка. Вот там, где людям дали на болоте дома построили на болоте. Ну, хотя бы вишни выросли. Мотайте на ус. Вот это то, что видел, о том пою. А вся литература для меня, это, извините, никуда. Не годится это все. Потому что часто это такое мясничество. Вы знаете, на моем сайте, в гостевой книге написано, авторитетный садовод. Он же не просто говорит, я сажу, у меня всходит, сажу, в смысле, осенью, а у меня все всходит. Он говорит, садите, осенью обязательно взойдет. Это очень важный момент, хоть и кто-то считает, что я повторяюсь. Я рассказал про груши, две посадки, полная неудача. Вот. Тут же в другие годы абсолютно все всходило. Абрикосы, сажаю 1500 штук, а я же въедливый, зашел 170. Ну, для меня 170 много, но для кого-то это выброшенные деньги. Выписывают у меня иркутский, там, ну, там длиннючее название и слово научное в том числе есть. Вот, 1100 выписывают, 87 зашло или 84. Почему Валерий Константинович сюда зашло так мало? Я откуда знаю, стрессировали, не стрессировали, когда по это самое. А тут человек пишет, авторитет садовод, а он же дает совет, фактически-то опасно. Вы понимаете, вон в моем гостевой, почитайте. Вот.
что садить обязательно взойдет. У него сходится. За каждое слово надо ответственность нести. Ну вот это тоже. Камень притягивает влагу, камень притягивает тепло. Не лежит у меня душа. Кому-то я высказал свое мнение. Может, убрал камень, может, нет. Смотрите, это мой росток. Я опять вынужден сказать. Найдите 10 отличий. Ну, от железных технологий. Никто не заметил, что вот этот посад как раз сантиметров на 10. Видели, откуда листья лезут-то? Четверную смерть посадили. Да, сухо. Да, растет. Вон, аж земля потрескалась. Придет время и сгниет. Вот и все. Вот. Смотрите сюда. Технология вроде железовская. Быстро оттаивает весной. Так быстрее зацветет, согласна? Что нужно делать? Ну, нужны холмы. Ну, нельзя без них. Нельзя. Раз раньше проснется, вроде бы надо. Уже вот этой вот посадкой уже спасли. Проснется раньше, значит, что? Раньше зацветет, раньше по заморозку попадет. Что надо делать? Да надо садить раннее, позднее, среднее. И тогда получается как? Заморозок, часть попадает, а часть не успевает проснуться, а часть уже отцвела. Вот единственный выход, компромисс с реальностью. Кочки с одной, ну для чего? Да, мощь трехлетки, да, вот действительно маньчжурцы, значит, они были стрессированы, естественно. Вот, естественно, они прекрасно растут, потому что были глубоко закопаны. И, наконец, вы видите, что, как говорится, одного дерева, а характер уже разный. Возвратная зима при этой прививке практически безопасна. Ведь бывало, что морозы доходили до минус 20 во время возвратной зимы. Страдают обычно только абрикосы, если до минус 20 возвратно. А яблони и груш практически нет. Вот это заботливое укутывание, важнейший прием. Лопату, как раз уж пересаживаем, должны знать. Дело в том, что как их рубят. Лопата, видите, как стоит меня, я позирую. На одной оси с саженцем. И копка идет так, что корни поднимаются. Разверни ее на 90 градусов, она будет резать корни. Вот, а этого практически никто не знает. Это, казалось бы, мелочь. От этой мелочи зависит вся жизнь миллионов деревьев. Вот. Ну, это фотография о том, что надежнее не бывает, вот, чем вот эти вот сибирки, на которые привито. Вот. А вот это вот под бутылкой что? Ранее, то самое, я говорю, на месяц раньше. День не так, день идет за два, за три. Значит, к зиме успевает созреть. Важнейший технологический прием, просто как 5 копеек, но важнейший. А потом возьмите саженец этот, который был привит без бутылки и вырос без бутылки. Приходит зима, а почка-то лист даже сбросит, но неполноценный лист, неполноценная почка. Вот. Страшнейшая вещь, вот этот тоже саженец, он был. Вот эта часть выросла под землей, поняли? Дальше не продолжаю, уже надоело вам с этими посадками. Абакан. Научил человека, получил прекрасное усеянца манжурца, прекрасные плоды. Рассказывал, кто-то это уже знает. А вот что касается того, что я сказал, руки обрежу, оборву сам, если тронешь хоть одну ветку. Вот результат. Теперь у него свой питомник. С одного дерева начал. Почему? Потому что вот этот идиотизм не использует, не калечит деревья. Это тоже видели. Груши очень боятся сырости, почти как абрикосы, их поэтому в стране нет. Сколько долбить, я не знаю. Когда эти статьи исчезнут? Вот. То же самое справа вот это, как раз еще одну грушку обнаружил. Вот. С этим ясно. Вот. С этим ясно. Это был тот самый сентябрь. С листьями. Обрезка сильная, но с листьями. Никаких ошмыгиваний. Запомните навсегда. Вы увидите ролики, где с таким сладостасием ошмыгивают. Никогда. Лист не вызрел, оторвали его, даже если отрезали. Почки хана. Она осталась неполноценной, не вынула. Вот эта косточка, вот это как ядрышко все держит. Не ядрышко, а скорлупка. Вот. Используйте что? Используйте складки местности. Вот складка местности. Это теплый дом завода управления, Саянского алюминиевого завода. От него тепло идет, и плюс еще вот каждый год вот так снег. Прекрасно плодоносит груши, которые вообще там делать нечего. Вот. Тут отступи метров 10. Каждый год 40-43. Используй складки мест. Часть кочующего питомника. Вот здесь еще ничего нет. Питомник развивался сюда, бывший уже заплодоносил. Он был вытеснен, ну туда вправо и вдаль. А это будет последний момент.
Теперь он сюда движется. Опять луч из лучика останутся навсегда. Вот, и это есть неубиваемый сад. Дело в том, что из-за раскачки климата можно выбросить все деньги. Я уже приводил, кто меня раньше смотрел, пример белорусов. 15 миллионов долларов закопали и не выкопали. Дело в том, что все зависит от того, с чего сад начинается. Вот, сад нельзя развивать по принципу, а большой-большой участок, гектары, десятки, сотни, достать саженцы, нигде вы не достанете качество саженцев, 100%. Раз это невозможно, значит, нечего закладываться. Тогда получается семян. Так. А семян я уже говорил, что это тоже проблема. И мое мнение такое. Закладывать сад маточный, он же питомник, надо, это если бы нарисовать большой-большой квадрат, пусть гектары. Вы представляете, что мы выделили там, допустим, 50 соток, допустим, да? Купили вы достаточное количество семян, и посадили густо-густо, но не так густо, вот как на этой фотографии, не так густо, а, ну, скажем, через полметра, в надежде, что половина взойдет, половина нет, уже будет через метр. Ну, какая-то природа убьет, уже будет через два, но это окончательно. И так пол гектара у вас есть. 20, 30, 50 соток. Вот. Отсюда и пойдет. Почему? Вы проверили, будет ли расти. Вы еще, может быть, у вас место совершенно негодное, вы многие даже не задумываются, когда землю берут. Сейчас землю, некоторые говорят, практически бесплатно, поэтому берут. Берут бывшие старые сады, промышленные, бывшие, плодовые. Там ничего садить нельзя, а люди берут. И вот получается начало, начал, то есть косточки, сертификация. По баночкам. Баночки могут быть там 200-граммовые, 100-граммовые, 500-граммовые, смотря сколько семян. Все это лучше в погребе. Ну, естественно, холодный. Бывает почему теплые погреба, и бывает не погреба, а под полой, под домами. Там тепло, там зайдет к Новому году или даже в феврале может зайти. Это опасно. Ждать весны нельзя. Очень короткий срок у диких груш. Я занимался стратификацией или посадкой под землю только у уссурийских груш, больше никаких. Некоторые просят у меня семена культурных яблонь груш. Для меня это ну, культурные абрикосы, сливы, вишни, да. Ну, еще персики эти, и черешни. Ну, вот. Все. Почему? Потому что это все культуры косточковые. С ними интересно работать. У них не такой длинный срок до плодоношения. Даже у сеянцев. Я еще назвал абрикос скороплодный, только потому что на второй год цветы заложил. А на третий год зацвел. Так вот, а обычно пятый-шестой год. Не так уж долго. Более-менее. А попробуйте это с яблони. И потом, что вы там получите, неизвестно. Самый яркий пример именно Мичурина. Он, значит, родина, это самое, что чуть ли не Сибирка. Ну, короче, лесная яблоня была родителем Антоновки, потому что Антоновку он семечки проращивал, доводил до плодоношения, получал дикари. А потом пошел дальше. Вот это тоже надо учитывать. Прямо плоды куплю, сам наковыряю, там роскошные ваши яблоки, груши, сладчайшие. Нет, почему? Мичурина же я узнал, а ведь вся наука-то против вегетативной гибридизации, а это же она родимая. То есть, получается, что если культурный сорт культурнейший был привит на дикаря, а с него вырастить косточку, свойства вот этого дикаря переходит, оказывается, и можно вырастить дикаря. Он так с антоновками обжегся и сделал выводы для всех. Вот. Я проверять не собираюсь, яблонями, грушами не собираюсь, культурные, это можно и в магазине купить. Ведь пример Боднера-то, вот все магазинные плоды, ведь роскошный сад был с магазинных плодов. Яблони, груши, черешни, сливы, все с магазинных плодов. То есть можно этот путь, но извините, это же Боднер, такой один на миллион. Вот. А обывателю, нормальному среднему человеку, обыватель, слово обидно, просто нормальному среднему человеку, дачнику, это уже не под силу. А с косточками, пожалуйста, сколько хотите, экспериментируйте. Потому что того боятся. Вот. И понятие смешанного сада. Я вас прошу, чтобы вы поняли, что такое смешанный сад. Пожалуйста, поймите правильно. Если я где-то читал, мельком, где-то в каком-то журнале, что обязательно, что какой дикарь исключить дикаря из культурного сада. То есть и в идеале сад должен быть моносад. Ну что такое моносад, понятно. Или уже один сорт, но это плохо, это деградация, это даже ученые признают, значит, это всех, допустим, крупноплодные, все, допустим, культурные.
А эти полукультуры, но зато все. Нет, ребята, вот то, что вы видите, тут все подряд. Тут вот у меня растут, вот даже покажу, хотите? Смотрите, вот это вот, видите? Это Артем. Это дикарь. Это опять дикарь, справа дикарь, слева дикарь. Это называют сверхкрупноплодные, ну, название такое, плоды средние, там, 30-40 грамм, 50 грамм. А это королевский. У меня, получается, более дикие опыляют, более культурные, и у вас, надеюсь, будет. Вот это им даст здоровье, поняли? А более культурные опыляют более дикие. И есть вариант достаточно вкусного дикаря. А дальше лотерея, а я еще раз говорю, а он с косточки что вырастет? Я говорю, я отказываюсь, я сам не знаю. Этого никто не знает. Это даже не лотерея, это волшебство. Она выросла прямо под забором, ничья, и никакая рука не поднялась. Участвует в опылении. У нее плоды укрупнились за это время 3 раза с первого плодоношения. А там дальше, посмотрите, следующий сад, а там уже берег, а там этих сибирок, там это, осенью красно, а весной бело от них. Что мне, вырубить их что ли надо? Чтобы они не опыляли культурно. Наоборот, пусть опыляют. Вот это я вам хотел сказать. Вот когда я достал эту книгу 100-летней давности, и там было написано, как они плохо проходят эти, как очень плотная дает корку, особенно после дождя, она может такое стать такой твердой, что непробиваемая, не могут сами пропить. Я тогда поэкспериментировал. Я взял груши, посадил и присыпал песком. Результат получился неоднозначный. Почему? Где-то густо, где-то пусто. Дело в том, что песок очень быстро испаряет влагу. А семечко же, оно не вот этот абрикосовая косточка, которая запасом могучая. Вот. И потенциально огромное дерево. Нет. Это же семечко груши, малюхонькая. И у меня получилось, там штук 50 растут аж друг на друге, потом бах, полметра или метр пусто. Я понял одно, песок имеет недостаток какой, его надо чаще поливать. Но использовать надо, но использовать, опять же, исходя из того, проверять. Вот весна, уже вы должны знать, надо корку щупать. А то посажу, а у меня точно, как в той книге написано, схватится так, что садить надо так, чтобы они дружно все головами одновременно проламывали. Вот. Ну а вариант запасной с песком я, правда, сам придумал, но оказывается, это их, наверное, 1 000 000 человек придумало. Высыхает. Высыхает, надо чаще поливать. Нет возможности, не используйте песок. Вот. Ну, черный пар, он в чем заключается? Я противник черного пара. Когда-то бесснежная зима, такие вещи погибают. Это где-то на Урале. Глаз мне режет. Тем более, смотрите, надо было садить такую красоту. Столько, ни одной травинки. Мне кажется, это не для экстремальной зимы. Вот. Ну, а здесь такой промежуточный вариант. Выросли прекрасные абрикосы и начал их калечить. Вот они переростки, что с ними делать. Я, когда пролетел, когда мне некогда было садить, я столкнулся с этими переростками сотнями. Я брал, втыкал этим самым шариковую ручку, стержень, да, получалась длинная узкая ямка. И вот так вставлял. Вот. У меня получился 50% всходы. Ну, естественно, я старался, чтобы эта часть была над землей. А были еще хвосты двилей 2 раза. Ну, часть погибла. Ну, все-таки не так обидно, что половину спас. Пусть опоздал. Вас что это ждет? Смотрите. Трансфикация – это рано, поздно и вовремя. Когда поздно, могут не взойти. Когда рано, могут перерасти. Так, еще есть варианты. Не взойти, потому что суховато было субстракт. Или сгнило, потому что было сильно влажновато. Ну, я бы называл цифры. Соотношение воды с сухим песком 1:6. Это среднее. Так вот. А там еще влияет и температура. Вспомните дверцы холодильника, которыми хлопают, тепло пускают. Вспомните погреб, в котором все равно 0 градусов нет. Ни осени нет, ни весной нет. Ранние всходы это наш бич. Абрикосы высылаю еще сухие, а сливы высылаю уже, и вот сейчас я начал стерификацию уже войлочных вишен. То есть уже идут в песке. Даже те, кому я высылаю уже в феврале и абрикосы в сыром песке, и вишни в сыром песке, а сливы еще и с января в сыром песке. Большинство. Но некоторые все-таки умудряются получить про переросшие.
Вот. Это я объясняю только потому, что, к сожалению, многие этого и хотят. То есть, Валерий Константинович, мы не хотим стрессировать, сделайте за нас, пишите стрессировать. Ну, что значит стрессировать? Проклюнувшимся. Они придут к одним, уже поздно садить, уже все цвело, а к другим придут, когда это, зима вернулась с сугробы. А настолько расплывчатые сроки, расплывчатые настолько, что слов нет, потому что путаница огромная. Сверхранние всходы. Я не собирался, чтобы так рано всходили, они всходят. Вот. А раз всходят, то получается, что мы это должны учитывать. И, например, литература литературы, справочник справочниками, а я вынужден, учитывая, что садят в апреле и самое позднее уже в мае, я вынужден в феврале закладывать песок и высылать вам. И получается, пакетики-то я не могу высылать, большой пакет с песком. Песок сырой, слегка, как мне надо. И там небольшой пакет, надо добавлять, брать в стеклянную банку, надо насыпать в стеклянную банку уже достаточное количество песка. Ну, например, на полсотни косточек достаточно пол-литровой банки. Вот примерно такое соотношение. И понятно, что стоило мне попробовать вариант с теплым холодильником, они у меня зашли в январе. Вот. И постепенно мне приходилось двигать. Это же старый снимок, это по принципу я все нащупал. Потому что никому не верю. Спящие. Вот, не надо пугаться, надо умудриться не перекапывать грядку для того, чтобы она была, не ворошить эту грядку, только щипать, надежда, что зайдет на следующий год. Особенно если всходы плохие. Когда всходы хорошие, про них можно забыть, зайдут, не зайдут. Вроде говорю такие вещи. Вот. Теперь стратификация, возвращаюсь. Значит, в октябре было выбракованы косточки сливы, то есть они всплыли, их надо было выкинуть под пленку или на балкон. Это лоджия, тут часто было плюс-минус, и, наконец, прошел где-то. Я вам показываю причину, почему нужна стратификация, почему нужны, ну, хотя бы примерные сроки. Как происходит, почему весной не всходят? Ну, потому что вот, они всходят, но мы их не видим еще, а их уже это... Мороз убивает, поняли, если в двух словах. Мы еще не видим. Он стоит только лопнуть этой косточки, так самое, ну, раскрыться. Вот. Еще ростка нет, а она уже потеряла моростоки. Все! Ну, тоже. А ведь это же мои саженцы. Вот. А это я для чего? Настолько, это я ходил по этой с косточки. Ходил, топтал. Бесполезно, я же говорю, мне так не удалось убить, так полез росток. Вот он раскрылся, вот он росток справа. Вот так. Когда вы получите мои семена, так, да, проблема станет во всей красе. Про сертификацию, там были сроки, там, допустим, вишня, получается, 2 месяца у меня получилось, там, ну, средняя. Если сильные сроки, кому надо, у меня есть статья покойной Татьяны Александровны Ноги, могу выслать. Есть статья Бродского, ускоренная сертификация. Могу высказать. Я никогда не занимался ускорением. У меня всегда хватало средних цифр. Войлочной вишни недостаточно, как простой. Ее где-то вот сейчас уже. Вот сейчас я высылаю уже прямо в песке. Вот. Теперь так. Это что касается слива. Уже высылаю сертифицированную. У нее получается как? Полгода, да. Это срок официальный, искусственный. Потому что, ну, попробуйте вы выдержать требования 0 градусов в течение этих 6 месяцев. Получается, что реальный срок он все-таки короче. Почему? Потому что я никогда так рано не закладывал. Меньше абрикос сходит. Когда 50%, когда 70%. Более-менее становится ясно. Точнее сказать невозможно. У персика тоже где-то полгода, я уже поговорил. Но у персика, по-моему, еще не злободневная тема. Это следующий ваш шаг будет. Понятия не имею. Например, никогда не прятал черешни. Тут разослал косточки черешни. Думаю, ну и никогда их не выращивал. Рик за вами. От чего зависит срок, еще раз скажу. Если теплее, срок короче. Если холоднее, срок длиннее. Если это нормально, то любой поймет. Если сырее, оптимально, я сказал, 6-7 к 1. Почему? Потому что особенно не каждый будет песок стратифицировать. Там могут быть совсем другие цифры. Я его никогда не использую. Сырее это можно
переборщить. То есть, ну вот еще сырье еще быстрее взойдет. Или, например, лучше взойдет, больше взойдет. Оно возьмет и сгниет. Или рано сильно. В общем, вот эти цифры, они плавающие еще потому, что они все сходят сразу. Да, мне нравится, когда человек залазит в холодильник где-нибудь примерно в марте, когда обычно начинается просыпание. Раз ковырнул, перенес в этот же стаканчик торфяной. И в холод! О, думаю, да что же я все время забываю. Не ставьте на тепло, чтобы она весь март, апрель до высадки. У некоторых в апреле еще снег лежит. До высадки еще прошли, потом погибнут. Есть шанс еще, если притянить сразу, но шанс слабенький. Вот. Холод, то есть проклюнулось, горшочек, и молите Бога, чтобы не сходило еще месяц-два. Мало того, что проклюнулось. И не глубоко закопали. Это дикая уссурийская груша из книги Мичурина. Я хотел бы, чтобы вы знали, с чем имеете дело. Прежде чем я вот это, учитывая тот упрек, я как думаю, ну спасибо, но расшифрую. Сейчас я могу рассказать ее происхождение. Я могу рассказать, как с ней работал Мичурин. И наоборот, тем, кто впервые сел за экран, им это еще не надо. А это у меня, видите, я специально. Ну, кто меня кинет камень, что у меня не она. Ну-ка.